Всем привет, комрады! С вами Гамилькар Барка. Давненько я не записывал видео и планировал еще как минимум месяцок не записывать, но произошло нечто такое, мимо чего я не мог пройти. Не мог пройти как фанат серии Total War и как человек активной политической позиции, скажем так, человек, который следит за тем, как разворачиваются события не только в нашей стране, но и в сопредельных государствах. И по мне был нанесен просто чудовищный двойной удар. Удар по мне как по любителю Total War, так и по человеку с активной политической позицией. На днях, совсем недавно, свет увидел мод на Rim Total War Barbarian Invasion. Мод называется Maidan Total War. Как вы догадываетесь, это мод на тему событий, которые происходили в соседнем государстве, в окраине нашей некогда великой единой империи. В государстве, которое так и называется, Украина, Майдан. Мод, посвященный тому, что происходило на Украине в период вот этой вот всей смуты украинской. Давайте смотреть, что он здесь нам разрабы